что я думаю по поводу Коваленко и Зелимхана? А что я думаю? Я ничего хорошего не думаю на эту тему. Ну, во-первых, я считаю, что эти ребятишки попутали берега, наверное. И вот эти извинения, которые я вчера видел, то ровно то же самое, что было у меня. Я не считаю это правильно. Я считаю, что, понимаете, когда они там ходят, там пальцы кидают, пистолетами машут и говорят, это одно, за это можно извиниться. А когда они группой лиц приехали и чуть не убили пацана, то в моем понимании это преступление, совершенное группой лиц. Ну, просто представьте, что он не стал бы. Или представьте, что Коваленко – это ваш сын. Вот представьте вот просто, что Коваленко – это ваш сын. Вам извинений достаточно будет? Они его чуть не убили. Я считаю, эти люди должны были стоять на коленях и умолять о пощаде. Вот что они должны были сделать. Ну, либо ехать в места, где уже были, чтобы подумать еще раз. Я считаю так, это сугубо мое мнение. Я его никому не навязываю. Ну, решили так. В медиапространстве решили так, потому что эти типа сделали по беспределу, а типа вот, когда в медиапространстве делаешь, чтобы по беспределу отвечать нельзя. Типа вот, пожурили, мы накажем. Ну, хорошо наказывать. Но я считаю, я абсолютно считаю, что это неправильно. Нельзя было отскочить за извинения. Нельзя было. Сейчас пройдет какое-то время, эти люди появятся у вас во дворе. Все. Ничего их, этих людей, не учат. Ничего они не понимают. Поэтому, мое мнение, они просто перепутали вообще, в каком году и где они находятся. Ну, просто перепутали. Вот. И вот так вот приехать и впятером. Ну, я это видео видел, я в шоке был. Святослав, конечно, на эмоциях, на адреналине. А, молодец. Что тут сказать. Но он молодец, и в то же время не молодец. Он чуть не умер там. Из-за чего, блядь? Ну, из-за чего, скажите мне просто. Все такие умные, все такие вот там. Это драка, это так, это всяк. Хорошо, вы мне объясните чуть по какой причине там пацан чуть не умер. Следователи, которые посмотрят это видео, абсолютно точно могут расценить это как 105-ю через 30-ю. Я таких людей в автозаках видел пачками, блядь. Пачками. Что такое 105-я через 30-я? Это убийство. Значит, инкриминируют людям, которые совершают попытку убийства, потому что вот эта драка, это в моем понимании, и поверьте, в понимании следователей, может инкриминироваться именно как попытка убийства. А почему этого не произошло? Это вот как раз через 30-ю статью. Это значит, что убийство не произошло по не имеющим к ним обстоятельствам, то есть по независящим от них обстоятельствам. Там собралось много людей, и дальше они его добивать не стали. Также могут. Драка – это очень плохо. Вот эта дешевая драка на улице, вот это ударил, он упал, все, что ты будешь делать? Для меня было очень странно, что пиздили четверо, и никого я на видео не увидел. Никого. Я не увидел никого. Я увидел Зелимхана, который там ногами махал, пытался, который извинялся. Да, понятно, это он их всех позвал, абсолютно точно. Но где те люди, которые рукоприкладством занимались? И кто их наказал? Никто. Я посмотрел вчерашнее видео, никто их не наказал. Поэтому можно говорить что угодно, но мое личное мнение, должно быть уголовное дело. Если это уголовное дело в рамках вот этого нападения будет,
Я думаю, присоединится куча людей, которые поднакидают там еще фактурки и новых эпизодиков. Вот и все. Всех этих персонажей нужно найти и закрыть. Никаких изменений. Какие изменений? Вот. Там можно долго разговаривать, там рассуждать, кто там прав, кто не прав, кто там что сказал. Люди приехали полномерно, совершили преступление на камеру. Если силовое ведомство никакое на такое публичное видео и такую публичную ситуацию не отреагирует в формате возбуждения уголовного дела, то значит мы каждый, блядь, сам за себя. Вот и все. Я не разжигаю сейчас ничего. Я просто говорю, что ну какого хуя закон не работает опять в очередной раз. Вот и все. Вот, поэтому вы меня, пожалуйста, больше не спрашивайте мое мнение. Если бы Святослав был моим сыном, они бы сейчас нахуй были все, блядь, пошинкованы, блядь. Все эти, блядь, охуенные бойцы, все эти охуенные, блядь, люди на Мерседесах. На Мерседесе, если бы это был мой сын, пиздец был бы. Хуй бы, блядь, остановили, и хуй бы кто, блядь, извинения. А нахуй мне ваши извинения не нужны. Вы, блядь, чуть сына, блядь, не убили. Закрыта тема. Я свое сказал, как будет, бог им судья. Повезет им, что они отскочат. Все. Значит, Господь так решил. Да нет, ты пишешь, братан, всех на пожизненное. Какое нахуй пожизненное? Ты знаешь, что такое пыжик, блядь? Пожизненное. Не пожизненное, но, блядь, закон должен работать. Ебать, они пацана чуть не убили. Я думаю, от двушечки старт, хотя это все равно будет 213-я, это будет хулиганство. Но я вас уверяю, что там есть совершенное преступление этими людьми, я уверен в этом полностью, гораздо серьезнее. И цифры там будут в районе десяточки. Плюс еще судимы. Пиздец. Не четверо, а шестеро было. Братан, я там, блядь, не знаю, сколько там было. Я знаю, что конкретно, блядь, один пацан бился против толпы ребят. И я хочу еще подметить, абсолютно не важно, кто они, чеченцы, дагестанцы, грузины, блядь, русские, татары, похуй. Вышли бы, пусть там. Выясняли бы, конечно. Но я вам с другой стороны скажу, что это такая за новое веяние какое-то. Кто-то с кем-то поругался, у кого-то разные точки зрения. Все, блядь, пошли, блядь, пошли в клетку, будем там выяснять. Вы что, блядь, все бойцы ебаные, а? Вы что, все стали, блядь, суперпрофессионалами там? Давайте подеремся. То есть интеллекта не хватает, воспитания не хватает, знаний не хватает. Гордость не позволяет людям объясниться, блядь, и понять, кто есть кто. Есть больные люди, их в интернете очень много. Объективно, прям больные. На них просто не нужно обращать внимания. А они как раз вот высыпают перед летом и в конце лета. Просто людьми нужно оставаться. Братан, ты это говоришь, знаешь. Это же все знают эту фразу, да? Я с тобой тоже согласен. Но, блядь, на то мы и люди, чтобы хуйню творить. Вот люди творят ее.